Приветствую вас, дорогой друг, с вами на связи Сергей Сидоров, и я поздравляю вас с началом обучения в пакете Free. В этом пакете мы расскажем вам самые основные и самые базовые вещи, без которых довольно сложно строить тот или иной бизнес в сети. Возможно, для кого-то покажутся уроки, да, в этом пакете довольно простыми, но я уверен, что даже профессионал найдет здесь для себя что-нибудь интересное и что-нибудь полезное. На данный момент в обучающей системе Демида есть 5 пакетов. Первый пакет — это пакет Free, который вы в данный момент сейчас смотрите, и он абсолютно бесплатный. Остальные пакеты, Start, Basic, Medium и Pro, они уже активируются после оплаты. И если вы перейдете на главную страницу в своем обучающем кабинете, можно это сделать, нажав на логотип, либо на кнопку «Главное», то здесь вы, во-первых, да, увидите эти пакеты, и вот здесь у вас будет гореть зеленый замочек. Это значит то, что пакет вам доступен и полностью открыт. Но на остальных пакетах у вас будут красные замочки. Это означает то, что вы сможете, да, открыть эти пакеты, посмотреть, какие там есть уроки, но сами уроки вы просмотреть не сможете. То есть сможете просмотреть только после того, как выполните активацию. Ну, как выполнить активацию всех площадок, вы обязательно узнаете в следующих видеоуроках. Также на момент запуска системы Демида пакет Pro в данный момент, да, находится в разработке. Но не беспокойтесь, если вы даже активируете все 4 платных пакета, то папка с пакетом Pro вам станет сразу же, да, доступна, и как только там будут появляться уроки, вы будете получать к ним моментальный доступ. Ну и также, друзья, есть секретный уровень, в котором будут размещаться самые интересные и самые вкусные уроки по продвижению. Как получить доступ к этому секретному уровню, я обязательно расскажу в конце этого видео, поэтому обязательно досмотрите его до конца. В системе Демида есть всего 3 кабинета. Это обучающий кабинет, финансовый кабинет и личный кабинет. В данный момент вы находитесь в своем обучающем кабинете. И для того, чтобы перейти в свой личный кабинет, в правом верхнем углу нажимаем на свою аватарку и нажимаем «Личный кабинет». И после того, как мы попадем на главную страницу, здесь в первую очередь я вам рекомендую заполнить свой профиль. Открываем раздел «Профиль» и здесь заполните все свои данные, то есть имя, фамилию, социальную сеть, Skype, телефон и Telegram. Для того, чтобы вашим партнерам, если вы, да, решите продвигать партнерскую программу системы Демида, чтобы вашим партнерам было проще с вами связаться. По желанию вы можете поменять здесь свой пароль и адрес электронной почты. Если мы откроем раздел «Партнерка», то здесь вы увидите свою реферальную ссылку, ее можно скопировать и давать людям, чтобы они регистрировались к вам в команду. Также здесь видно, сколько людей у вас в команде, ваш спонсор, и снизу отображается таблица с вашими приглашенными партнерами. Хочу обратить ваше внимание, что все ссылки кликабельны. И если мы нажмем, к примеру, на вашего спонсора, либо на вашего партнера, ну давайте открою одного из своих партнеров, да, просто кликаем по логину, то здесь вы можете, во-первых, что-нибудь написать, то есть в системе Демида есть система чата, если вы напишете какое-то сообщение, и человек зайдет в себе личный кабинет, то вот здесь слева он увидит ваше сообщение. И таким образом можно общаться со своими партнерами прямо в личном кабинете. Здесь вы можете увидеть рейтинг своего партнера либо спонсора, ну а рейтинге я немножко позже также расскажу. Ну и посмотреть все личные данные. То есть нажимаем «Все данные» и смотрим социальная сеть, Skype, телефон, Telegram. И по этим контактам вы сможете связаться с человеком. Ну давайте вернемся назад. Нажимаем «Назад», либо, да, «Личный кабинет». И третий кабинет – это финансовый кабинет. В отличие от других кабинетов, финансовый кабинет требует дополнительной регистрации. И необходим он для активации платных пакетов в обучающей системе. И если вы решили участвовать в партнерской программе, то с помощью финансового кабинета вы будете получать автоматические вознаграждения. Ну, более подробно о финансовом кабинете вы можете узнать, посмотрев вот это видео, которое находится справа. Давайте сейчас вернемся обратно в свой обучающий кабинет. Для этого нажимаем «Главное» и нажимаем кнопку «Начать обучение». И сейчас я вам расскажу несколько особенностей, которые вы должны знать при прохождении обучения. Давайте откроем какой-нибудь урок.
Если при просмотре урока вам данный урок, да, покажется слишком быстрым или, наоборот, слишком медленным, то вы без проблем сможете изменить скорость. То есть нажимаем просто на шестеренку и здесь выбираем скорость. Если вам кажется, что урок слишком быстрый, то можете поставить скорость поменьше. Если наоборот, то вот здесь увеличиваем скорость. Также для удобства под каждым видео будет находиться содержание. Это удобно тем, что если, к примеру, вы захотите вернуться к уроку и что-нибудь вспомнить, да, какой-то момент, и не хотите полностью пересматривать весь урок, то вы можете открыть содержание и посмотреть, на какой секунде, о чем, да, рассказывается в уроке. И все вот эти временные метки, они кликабельные. То есть если мы нажмем на 02.23, то плеер нас автоматически перекинет на нужную нам метку. И нажав play, мы откроем видео именно с вот этого временного промежутка. После прохождения урока вы можете ставить вот здесь чекбокс о том, что вы прошли тот или иной урок. Это ни на что не влияет и создано для удобства, для заполнения вот этой шкалы прохождения уроков, которую вы видите на главной странице в обучающем кабинете. Ну и также ставится галочка о том, что вы прошли урок. То есть, если прошли урок, поставили чекбокс, то вот здесь поставится вот такая галочка. Но в некоторых уроках такое сделать не получится, и галочки, точнее чекбокса, да, здесь не будет. Вместо этого в уроке появится дополнительная вкладка «Задание». Это значит то, что вы не сможете перейти на следующий урок, пока не сдадите домашнее задание. О самом домашнем задании обычно говорится в самом видеоуроке, ну, либо в самой вкладке «Задание». То есть, открываем задание, смотрим здесь видео, либо читаем инструкцию. Для того, чтобы сдать то или иное домашнее задание, нажимаем кнопку «Ответить», пишем свой ответ, нажимаем «Отправить» и ждем, пока наше домашнее задание проверят. В дневное время обычно домашнее задание проверяется от 10 минут примерно до часа. И после того, как ваше домашнее задание проверят, к вам на почту придет уведомление. Ну и также хочу вам рассказать про систему Partners Link и про систему вознаграждений. В некоторых уроках будут появляться вот такие надписи, что, к примеру, тот или иной сервис участвует в системе Partners Link, и что за прохождение какого-то урока вы получаете вознаграждение. Давайте сейчас вернемся обратно в свой личный кабинет и более подробно вам расскажу об этих системах. Если мы в меню зайдем в раздел Partners Link, то здесь мы можем почитать об этой системе. Но если коротко, то в самом обучении будут присутствовать сервисы, которые участвуют в партнерской программе. И мы решили, что с нашей стороны было бы неправильным оставлять свои реферальные ссылки. И поэтому у вас есть возможность прописать свои логины от всех сервисов, которые участвуют в обучении, да, и которые имеют партнерскую программу. И если вы будете участвовать, да, в партнерской программе Демида, то есть приглашать сюда новых партнеров, то все ваши приглашенные партнеры будут регистрироваться уже по вашим реферальным ссылкам в различных сервисах. То есть, когда вы пропишете логин от этих сервисов и ваши партнеры начнут проходить обучение, то у них уже автоматически в обучении будут стоять именно ваши ссылки. То есть, таким образом вы дополнительно будете создавать себе базу партнеров в различных сервисах по автоматизации и сервисах, да, по рекламе. Ну, как добавить свои логины в эти сервисы? Есть инструкции под каждым сервисом. К примеру, нажимаем «Инструкция». Здесь проходим регистрацию, если вы не регистрировались. Здесь также подставляется реферальная ссылка вашего спонсора. Берем свой логин, прописываем в разделе Partners Link и обязательно нажимаем кнопку «Сохранить». Ну и немного о бонусной системе. Как вы заметили, когда вы, да, первый раз зашли в свой личный кабинет, здесь вы можете увидеть свой внутренний баланс и свой рейтинг. Сразу хочу сказать, что данный баланс вы не сможете тратить на обучающие пакеты, но и в то же время вам не придется пополнять этот баланс своими реальными деньгами. Весь этот баланс и свой рейтинг вы сможете тратить у нас в магазине Демида. То есть, если откроем раздел «Магазин», на данный момент он находится в бета-режиме, пока что здесь очень мало товаров, но со временем мы будем добавлять здесь различные программы, различные дополнительные уроки, которые можно будет приобрести за ваш внутренний бонусный баланс и за ваш рейтинг.
зарабатывать баланс и рейтинг вы можете, просто проходя обучение в системе Демида. То есть за многие уроки есть вознаграждение, за прохождение домашних заданий. К примеру, прошли одно домашнее задание и получили сразу вознаграждение. Посмотреть все свои вознаграждения вы можете, нажав на вот эту звездочку. И здесь видим, да, вот какие я уже получил вознаграждения. Кстати, есть вознаграждение за загрузку аватара, поэтому если вы не загрузили еще себе аватарку, можете это сделать. Потом обновите страницу и увидите, что вам начислится дополнительно 10 баллов рейтинга, и вы получите новое достижение. Система рейтинга удобна еще тем, что вы можете смотреть и отслеживать статистику, да, ваших партнеров. То есть видеть, как ваши партнеры проходят обучение. То есть кто отлынивает, а кто быстро, да, проходит все уроки. То есть если мы зайдем в раздел «Партнерка», кликнем, да, по какому-нибудь партнеру, здесь мы видим его рейтинг и какие достижения получил партнер. Например, если я открою достижение Натальи, то вижу, что она получила достижение за прохождение теста в пакете «Free» и за регистрацию в системе. Ну и также, ребят, я думаю, у нас будут проходить различные марафоны и различные конкурсы, участвуя в которых, вы сможете часть своего баланса выводить на свой реальный кошелек. Ну и теперь, друзья, самое интересное. Предлагаю вам поиграть в небольшую игру. И пройдя эту игру, вы сможете получить доступ к секретному уровню. В этом секретном уровне мы будем размещать очень классные, интересные, да, фишки, используя которые вы можете достичь очень хороших результатов в MLM бизнесе. И для того, чтобы получить доступ к этому секретному уровню, вам необходимо проходить, во-первых, обучение и собрать 10 кодовых слов. Прямо сейчас на экране появится первое кодовое слово, которое вам необходимо записать. Поставьте прямо сейчас это видео на паузу и скопируйте кодовое слово, которое будет на экране. Итак, друзья, я вас поздравляю, вы нашли первое слово из 10. А в каждом пакете будет по 2 таких слова. И все эти слова, они будут рандомно размещаться в разных видеоуроках. Поэтому внимательно смотрите каждый видеоурок и собирайте все слова. После того, как вы пройдете все 5 пакетов в обучающей системе Демида и соберете все 10 слов, то в пакете Pro вы в самом конце, да, сможете сдать домашнее задание и написать все эти 10 слов, которые вы собрали, проходя все обучение. И после того, как вы соберете, да, предложение из этих 10 слов, отправите на проверку, то вам откроют доступ к дополнительному секретному уровню. Ну и также, ребят, проходя обучение, у вас появится возможность добавлять какие-то свои видеоуроки как раз таки в этот пакет. Но об этом вы уже узнаете в следующих уроках. Ну а на этом я, друзья, с вами не прощаюсь. Желаю вам полностью пройти все обучение, собрать 10 кодовых слов и получить доступ к секретному уровню. С вами на связи был Сергей Сидоров. До встречи в следующих видеоуроках.